Гигураши Нанако Корони, 142 эпизод, продолжаем наш эпический бой. レナさんのひなみざは吹きまえって、めちゃくちゃ興味あります。というか、人殴るのに躊躇なさすぎ。スタンガン使うのに躊躇ないあんたが言わない。 Смотри, на бою электрошокер Шонок ожидаемо показался не слишком полезным. Поняв, какое опасное оружие, враги держались на почтительном расстоянии. А почему у них не было этого оружия? Ну и в любом случае, конечно, просто. Нам очень повезло, что у прибывших не очутилось пистолетов. Противостоять электрошокеру Шонам оказалось нечего. Они же рукопашному бою должны быть обучены. Господи. У девочки выбить из рук шокер. Да палки возьмите, блин, я не знаю. В лесу же, блин. Сатока напал на отвлекшегося. Ох, ща как 11-летняя девочка размотает. Ищ. Затянула на горле что-то вроде скакалки. То есть напрыгнула на огромного мужика сзади и начала душить его скакалкой. Девочка 10-11 лет, щуплого телосложения, который только что пиздил дядя и нормально не кормил. В то же мгновение подскочила Шона, успокоила врага разрядом тока. А я что? Я могла разве что неуклюже бегать туда-сюда, привлекая к себе как можно больше внимания. Ну, блин, Броня профессиональный убийца. Она типа учила, вот она реально как эти Ямай, ну, тоже типа профессионал. Притом, она даже на хитрости шла, типа соблазняла этого, который охранник был первым. Она же ему там чулки сувала, типа показывая, что она там типа проститутка или что-то такое. И типа подошла максимально вот так близко, и только тогда сделала захват. Так что там даже в ну, таком произведении, да, тоже попытались обосновать, скажем так, ее возможности. Еще этот же любитель Закки, вы забыли про главного, про лучшего. Кстати, интересно, у него будет тут моделька, потому что я помню, в аниме, кстати, даже сделали. В новом, конечно, в старом не было. Им нужна я. При виде меня враги переключат на меня все внимание. Оставляй себя беззащитными перед моими друзьями. Они что, боты какие-то? Блин, серьезно, рассуждение о профессиональных, типа, бойцах, как будто они боты какие-то. Мгновенно сообразив, на что я рассчитываю, Кейч обрушился со спины на врага, пытавшегося меня изловить. Ух, какая клоунада творится. Вот я помню, что, несмотря на сильную арку стакана, типа флешбэк, типа интересная вся эта фигня с Рикой, за что-то я поставил оценку ниже, чем первому сезону. Вот за это, да. Вот за подобное. А ведь в финале так это еще и сыграет решающую роль. Здесь пока это ни на что не повлияет. А вот в финале это типа будет решающее. Вот такие же мувы. Я помню, просто я умирал от спецназа того. Ой. Рукопашная нам на руку. Блин, вы понимаете? И Рюкиш это на полном серьезе пишет, типа, дети сильнее, чем, типа, профессиональные бойцы обученные. Возможно, всех одолеть кажется трудновато, но мы все-таки можем на время шломить врагов, и пока те не очухались, прорваться к машине. В аниме еще хотя бы, видимо, им оружие выдали, чтобы не совсем уж пососно смотрелось это. Типа, все-таки длинная штука в любом случае, да, дает преимущество. Так как рейндж повышает. И даже типа Рена с Кейчи, там, сбитый с тесаком, я так понимаю, да, могут что-то сделать. Да, павер, блин. Осоренай, то юного табун цьёса но химиц десне. Оне но букацва. Ты в него даже не входишь. Мы бились все вместе, и поэтому мы могли шестером одолеть шестерых.
не будь хоть кого-то, надеяться было бы не на что. Нас бы смяли в мгновение ока и прикончили. Если бы я там побежала, без меня враги, наверное, перебили бы всех друзей, примчавшихся на погоню. На помощь. Мы пробьемся, теперь мы точно пробьемся. Враги, оглушенные разрядами, начали пошатываться, подниматься. Сзади уже бежали те, кого мы недавно побили. Пора мотать отсюда. Похоже, что пользы от моей беготни больше не будет. Рика, Аню, Аната ва айкавараза акирамэтэрун дэшо. Акирамэнай варуагаки на доре даке но чикара о моцу ка, соко де мите насай. Аташи ва учиябуру. Аташитачи ва учиябуру. Има кара не. Соре о аната но мэ но маэ де мисэте агэру. Ёши, минна ии не. Ичигеки де кимэру ё. Мэ но маэ но теки о хитори учи таосэ. Соре кара крума о убатте нигэру. Хай дэсу. По крику команде Кейчи мы разом обрушились на шестерых Ямайну перед нами. Время начало замедляться, и я поняла, что пытаюсь переменить судьбу, пробиться через стену застывшего времени. Однако время все замедлялось, и в конце концов остановилось совсем. Что за... Как будто пленку обрезали до конца фильма, как будто время замерло. Аня, どういうこと? その時が来たのです. どうして? Ты что творишь? Реально? Я кстати, забыл про это. Ты что творишь? Аня печально указала на Кейчи. Я наконец увидела. Некоторые из остальных тоже, как видно, заметили. Только Кейчи не замечал. Кейчи? Соно... Мне но мае не уйте иру но... Нан деска? Нани те? А? Коре... Нан да ё? Так и застывший вместе со временем, не успев нанести удар, Кейчи заметил какой-то странный предмет, висящий у него перед грудью. Он был похож на серебристый металлический конус. What's going on? Ну я типа понимаю, что в него выстрелили. Я имею в виду, типа. Ну ладно. Тут типа люди разговаривают. в замедлении. Пожалуй, первым пришедшим на ум был истинной сутью предмета. Усо! Кейчан! Нанда,これ? Масака? Чудан? Да, все понимали, это пуля. Она повисла где-то в 15 сантиметрах от груди Кейчи, прямо посередине же, да, когда ход времени возобновится. Да, когда время снова пойдет, она в мгновение ока пробьет грудь Кейчи. А стало быть шахмат. Как только время пойдет своим чередом, Кейчи мгновенно погибает. Дарега уттано? Датте, айте ва 6-ни. Таремо джунанка мотте най ё? А, асоко! Вагонша на токоро дес ва? Сотока не могла показать пальцем, время это замерло. У фургона стоял еще кто-то, в нем приехало не 6, 7, и 7-я выстрелила. Мы ее совсем не приметили, однако ей было такого, мы все знаем. Да тут вообще... Тут даже не Джоджо уровень. Тут типа время остановилось, но сознания нет. Они типа продолжают общаться, осознавать происходящее. И при том, а ладно бы Рика. Это нормальный момент был бы. Типа. Ханю типа застопало время, и Рика осмотрела ситуацию вокруг в заварду. Увидела, что типа все безнадежно. И типа все. Именно Такана. Такано-сан да. Такано-сан га уттано? Ну, Ханю молодец, Ханю сильна. Кейчи-кун-о! Аж себя материализует в следующей арке каким-то образом, я не помню каким. Даже в застывшем мире Такана торжествующе скалилась, держа в руке пистолет, выстреливший в Кейчи. Такана сидела в фургоне, наблюдая за, ход...
схватки, а потом, сообразив, что, что мы ее не замечаем и считаем силы равными, вмешалась. Сокка. Нархудона. Яппари кромаку ва Такано-сан даттан да на. Доушио. Гей-чан, нантока карада о хинетте кавасе най дес ка? Бака. Мури на кото ю на ё. Данган датте томару курай ни субете га томатте рун да зо. Оре датте угокеру ваке га не даро. Вы же сговариваете. Нара, 時間が動き出すのと一緒に 上半身を反らすんですの. そうすれば 少しでも違うかもしれませんわよ. Можно списать, конечно, это на Шизурики. Все наперебой несли чепуху. Однако никакие советы не спасли бы Кейчи от пули, зависшей всего-то в 15 сантиметрах. В конце концов, он зашел со смехом, устав от дурацких советов. なんかよくわからないけどさ。とにかく、こうなっちまったものは仕方がない。時間が動き出せば、俺は死ぬだろう。死ななくても、まあ少なくとも戦力にはならなくなるな。だからみんな、 今のうちに俺のことを諦めろ。そして目の前の敵と高野さんをぶちのめして車を奪うことを考えるんだ。嫌です。 Кстати, они могли забрать хотя бы эти пистолеты, шокеры у трех челов, которых они побили в начале. С тремя шокерами уже даже смотрелось бы повеселее. И логичнее их этот эпик бой. Кейчига синдемо тамедесу. Сонна секай ва ия нано десу. Аню, коре га унмей да то ю но? Сакераре най унмей да то ю но? Дайжобу десу ё, Тика. Васурераре мас. Васурераре мас кара. А зачем забывать? Ладно. Харю, ты тупая. Усо да ё, усо да! Кей-чан-га-коно-мама-синь-чао-нан-те! Яме-на-йо, Ми-чан! Тоникаку, мену-май-но-айте-о-таус-кото-ни-шу-чу-ши-йо! Таоле-ру-Кейчи-кун-ни-фури-кай-ру-жи-кан-во! Китто-Кейчи-кун-ва-нозо-ма-най! А-а-со-да-зе, Лена! Таном-зо, Ми-на! Рика-чан-о! Маз-ва-коно-ба-о-ниге-добите! Кан-ток-ни-ленрак-о-торе! Он сдох! Коицра-ва-о-и-са-о-мо-о-коро-ш-те-ру! Дакара-аре-даке-мат-те-мо-ко-ра-кат-тан-да! Ми-на! 生き延びろよ。絶対だ。ケイチ。リカちゃん、最後の最後にごめんな。運命なんて覆せるって大見え切っておきながら、最初にリタイアしちまう。どうも、знакомый всем нам смех Такана, только жучи хихиканье мы прежде не слышали. Такано-сан, коре-де-оре-тачи-га макета-то-умуу-на-йо. Мне нравится, что все абсолютно нормально восприняли Завару до момента. Ни у кого нет реакции, типа, че за херня. Ми-о-ват-та-но-не, Сома-то. Тишина разлетелась в дребезги, и грохот действительно ударил по ушам. Звук, похожий на взрыв, сотряс все тело. В снова прошедшем времени увидела медленно падающего Кейчи. В смысле, это был звук типа выстрела или что это было? Неужели они не могли поставить какой-нибудь стоковый звук? Медленно поворачиваясь им туловищем, упал спиной на землю, оставляя в воздухе след из капель крови. И застыл, даже не содрогнулся. Ну как тут сохранишь собранность? Пока мы возились, пытаясь разобраться с врагами впереди, сзади подбежали новые, и бой совсем перестал быть равным. Все сопротивлялись как одержимые, но что тут поделаешь, когда на тебя навалилось столько здоровых дядек? Я тоже дралась изо всех сил, но меня просто стапали за волосы, вздернули в воздух, и все, даже не попрыгаешься. От вопли пытавшихся вырваться друзей, боль резала сердце. Боль резала сердце? Как боль может резать сердце?
Дух радостного единства, дававший нам сил до самого выстрела в Кейдж, рассыпался, будто стеклянное украшение. Валявшиеся под ногами поблескивающие осколки вызывали еще большую горечь. А режущий уши смех Такана все отдавался и отдавался в ушах. Такано йори хонбу э. Сэйатс шита ва. Ватаси но итта моно о джунби сасете. Соре кара, шитай га таксан деру кара шобун но техай во. Шитай бюкро га ицуцу то, чи о нагасу но ни мизу га иру ва не. Мотте го сасете. На словах «пять мешков» мое сердце замерло, однако теперь все остальное по-прежнему двигалось. Ликующий, посмеиваясь, Такана приставила ствол к затылку Мион, лежавший ближе всех к ней. Усо дешо? Аната но сенака но ирезими, ичидо мите митакатта но. Ато де мисете морау ва не. Митакереба катте ни мирэба ии дешо? На другом теле. Митатте цумаранай йо! そう私は楽しいと思うわよやめて兄ちゃんを撃たないで закричал Рена, но Такана мягко покачала головой. ダメよミオンちゃんが部長さんなんだから一番じゃなきゃね Такана Рофлер, конечно. Чисто детишек постреляет по выходным. Усо やめ А, вот, есть звук выстрела. Да нелепости, просто звук выстрела, Мион судорожно дернулся, потом обмякла. При виде невероятно обыденного убийства, оставшиеся еще сильнее затрепыхались, пытаясь вырваться. Однако под прижавшими к земле взрослыми дядьками нам оставалось лишь беспомощно извиваться, подобно червякам. Что, по-видимому, невероятно посмешило Такана. Затем она пошла была к следующей Сатаке, однако же он разразил грознейшей бранью в ее адрес. Аната га саки ни утаретай но ка ши... Отонашку штереба... Мо су бьё ва ёкэй ни икирарета но ни... Не, ну в этом-то смысла нету. Ямете, Сион-сан! Чоухац нанка штемо ими га аримасен деште ё! Ах, вот она, что Шон перед смертью хочет защитить Сатаку, пускай всего лишь на несколько секунд. Веря, что тем исполнит свой долг перед Сатоши, доверившим ей сестренку. В общем, Такана знать не хотела, что ей руководит. Переступив через Кейч, она зашагала к Шион. Ватаси, ятто вакаримашта йо, Сатоши-кун о. Анта га коростан десу не. Нет. Соу нан дешо? Нет. Айнику не, мейдо но мияге тте кирай на но. Дакара осиете агенай ва. Ну, для зрителя, да, в первую очередь. Читателя. Чтоб тайну не раскрывать пока. Шон дернулась, и снова тот же нелепый звук выстрела. Подумать только, какой же нелепый звук заставил навсегда замолчать шумливых сестер Сананзаки. Неправильно это, что ли? Я все телом и душой задрожала от страшности того, как одним коротким движением пальца так она обратила в ничто две жизни. Утеко но хито утте таноши но? Коно хито де наши! Ара... Детей! Цуги ва аната га утаретай но? Даматте реба сайго но джунбан ни натта но ни... Кейджи мёртв, Мион и Шон мертвы, самая старшая теперь Рена. Должно быть, Рена не хотела, чтобы при ней убивали нас младших. Кензок кайши джикен ва... Зенбу Такано-сан но шиваза даттан десу не? Не вся... Уяширо-сама но татари но... Дайкоуша но цумори даттан деска? Дайкоуша же най ва? Ватаси га татари о кудасу но ё. Аната нива мисераре най ва не. Уяширо-сама но икари га... Коре кара коно мура ни кудару но ва. Соре ва ватаси га окосу. Ватаси но татари. Соу. Ватаси ва маса ни уяширо-сама соно моно ни нару но ё. Соно токи... Ватаси ва хито тоште но ики о ёу яку коэру ко то га декиру но. Вот она. Ну, это как, опять же, когда Лямбда Дельта рассказывала же, что был человек, который хотел, типа, стать богом.
И типа она дала ему силы. Но он оказался недостаточно интересен под конец. И она его оставила. Что коэте ками ни нароу то суру кокочи ё са надо даре ни мо рикай декинай ва ё. Мури да то умоу на. Такано-сан га доре даке ояширо-сама но фури о шита ттэ ояширо-сама нива наренай ё. Шосен ва гокко асоби. Ояширо-сама ни нанка аната ва наренай. Нареру ва ё. Коре кара нару моно. Ха-ха-ха-ха-ха. Рена издевательски рассмеялась. Кажется, так она оскорбилась. Её лицо против обыкновения зло нахмурилось. Нани га окасии но касира? Мури да ё. Датте ояширо сама ва ирун да моно. У-у, маджи га иру. Это были последние слова Рены. さて、最後は里子ちゃんね。あなたは殺しても殺さなくても、どうでもいいの。でも、あなたは生きた研究資料だからね。東京は、あなたの生きたままの捕獲に懸賞金をつけてくれてるわ。大した額じゃない。私の取り分はせいぜい、ヨーロッパに旅行に行ってだけ。だ、プリリチナ、значит。 生け捕りにしても、あなたは結局はろくな目に遭わないけどね。生きたまま頭蓋を切開されるのが関の山よ。それに私、あなたとはお友達だったしね。この場で撃ち殺してあげるのも優しさかと思ってる。友達。どっちがいい？ 決められるわけないでございますわよ! Крикнула в ответ Сатоку со слезами на глазах, все же старающаяся вести себя дерзко. じゃあ、クイズ. Best of run, да. ブロッコリーとカリフラワー、緑色は... Сука. Ее даже здесь заколебали. ブロッコリー. Да. Скучный звук и Сатока так и застыла с раскрытыми глазами, сказав уже ничего. Вони, слышащий Сатока верно, так она расхихикалась. Весело стрелять детишек, реально. Моя любимая, да.私を殺すのね。え？殺すわ。女王感染者の死体が作戦の鍵なの。あなたはここから遠く離れた東京の地での醜い政治的勢力争いの具になるのよ。そして鬼ヶ淵村の伝説のピリオドとなる。私をどういう殺し方にするか。 Еще чего, я знаю. Ватанагаши. Не сомневаюсь, Такана хочет устроить подлинный Ватанагаши времен обожаемого ею Нигавчи. Распороть мне живот и для того усыпить меня пропитанным чем-то платком. Платок я все-таки смутно помню. Так она мотнула подбородком, и ко мне подошел один из Ямайну с чем-то вроде платка. Мачинасай. Минна исаньюк синнано ни. Аната ва иночигое нано? Чигау ва. Ватаси о коросна. Немурасазу ни коросинасай. Она явно не ожидала такого. На лице Такана мелькнуло потрясение, затем та отвратительно ухмыльнувшись кивнула. Кани тоже изумилась. Очевиднее некуда, что подобная смерть мучительна.
どういうつもり？楽に死ぬ気がないの？辛いわよ。生きたまま腹を裂かれるのは忘れないためよ。Да, это чтобы не забыть никогда. あなた、私の腹を裂くの。私は魂に刻みつける。それを私は絶対に忘れない。あなたに再び会ったとき、あなたが敵であることを思い出すために。Я бы, если это Кана, после этого не стал бы рисковать. Но это что Кана, она конченая. Нани о такурандеру яра. Демо, аната ва хокано котачи йори ва скоши ва кенмей митай не. Ичи бьо демо нагайки сиреба, химей о агеру курай но чансу ва ару камо сиренай кара не. Демо, соу ва сасенай ва. В рот запихали не то платок, не тот платок, а что-то другое. Кляп, наверное. Рта я закрыть не могла, и слюна потекла из него. Прибыл другой фургон. Из него высыпали еще Ямайну. Должна быть команда, вызванная Такана для уборки трупов. Они похватали тела моих друзей и засунули в мешки для трупов, напоминающие большие черные сумки. А затем щедро обрызгали землю, где они лежали, из канистр с водой смывая улики. Спросив Такана, сколько та сделала выстрелов, собрали гильзы. Ни малейшего следа не оставили. Ночь кончится, никто и не узнает, что здесь случилось. Руки, заведенные за спину, стянули, кажется, наручниками. Щиколотки тоже связали, а потом привязали к рукам. Я, свернувшись креветкой, идти больше не смогла бы. Еще и рот залепили, даже сказать чего не вышло бы. Не двинуться, не заговорить, не выразить свою волю. Меня лишили всех человеческих прав. Я больше не человек по имени Фурадорика. Теперь я игрушка под названием Фурадорика. Игрушка с одним предназначением — забавлять Такана. Наконец машина тронулась. Похоже, двигалась она обратной дорогой, но мне было уже все равно. С приближением смерти в памяти начали всплывать. И где они раньше были? Отрывочные воспоминания, точно. Меня так убивали множество раз. В каждом из миров я вновь погибал только за тем, чтобы потешить Такана. Кто-то потрепал меня по макушке. Утешить хочет? Я замотал головой, стараясь выскользнуть из-под руки. Несколько человек заржали. The game crashed. The crash report folder. Окей. Хигураши. Да, реально, Рик умирать не хочет. Даже игру мне крашнуло. Блин, а это, кстати, проблема. Это я, наверное, завис. Стрим вряд ли завис. Хотя, кто знает, может и стрим завис. Ну... Вроде у меня нет проблем с кадрами какими-то пропущенными или чем-то таким. Вроде все стабильно. Вот черт. Ну да, само собой. Вау. Ну, конечно. Да. А, стоп, прыжок сценария. Это как делается меню? Хотя, по-моему, в прошлый раз не было его все равно. Проще через контр будет докрутить. А ну, курма. Сейчас я выключу один сценарий. Чтобы звуков дурацких не было, которые по ушам бьют. Да, я помню, что в прошлый раз ничего не сохранялось, так что толку нету. Бесполезная фигня. Ну, тут не так долго. Пару минут, скорее всего.
Не, конечно, опять же, за Заварду момент странный, реально. Если бы еще только для Рики он был бы, еще я понимаю. Ну, этот массовый Заварду, это очень странный момент. Драчка это, конечно, смехотворная. Если в аниме им реально дали вооружение, которым они реально управляли, ну, это хоть что-то. Хотя, опять же, вот взяли бы вот три этих пистолета с оглушением, да. Хотя бы троих могли сразу бы вырубить. И там уже, может быть, три на шестеро. Я бы еще, ну, с натяжкой мог бы там сказать, ладно, верю, чуть-чуть совсем. А раньше можно было убежать, но, видимо, там тебя все равно вылавливали, да, и все без толку. Главное не перекрутить. Сейчас я даже сохранюсь. Мы уже близко подобрались. Короче, кринж-бой должен быть. Вот когда Такана появится, нужно будет аккуратнее себя вести. А, ну да, еще Заваруда момент будет. Вот Заваруда. Сначала Кенчи должен помереть. Все по очереди помереть должны. Так, Садока еще жива. Так, можно звук вернуть. Давай еще раз сохранимся, да. Пересохраним, да, да. Да, мне Ханю сломала игру. Ну, сейчас не сломала. Тебе надо Ханю. Показалось Ханю, она не могла удержать горестных слез. Не ной! У нас прогресс наметился. При виде рыдания Ханю не оставалось сомнений. Ханю и сама никакой не зритель. Она просто боится даже попробовать что-то сделать, так как не может больше выносить горя. Даже Ханю наверняка часто мечтала о веселом, светлом будущем, но надежды всякий раз не сбывались, и она измучилась до того, что уж и надеяться трусит. Но что любопытно, вид ее скорбного лица вернул мне спокойствие. Потому, наверное, что Ханю лила слезы вместо меня. もう一息で運命を覆せそうな予感すらしたそれでも届かなかったならしかたがないしそれにねなんだか気持ちいいの Еще не бывало, чтобы я с таким упорством дралась за жизнь, и не было, чтобы я узнавала столько вещей. Имея бесчисленное множество жизни, я глядела на каждую по отдельности свысока и не пыталась учиться. Да! Бездарь! Однако те, кто не знал иных миров, естественным образом учились на своем опыте. Только я, изображавшая ведьму, не пыталась понять очевидных вещей, и все же наконец поняла. В этой жизни я научилась всему и перепробовала все средства. И потому, хоть и страшно досадно, что самую капельку не дотянулась, отчего-то я чувствовал удовлетворение. Загадочный такой покой. Насколько пострадает память при убийстве? Чувствую, она сохранит события разве что до нынешнего вечера. В таком случае, наверное, не запомни лица Такана. Истинная сущность виновника такая останется раскрытой лишь в этом мире. Я тут же все позабывшая в новом мире, примусь, как ни в чем не бывало общаться с Таканом. Она убила моих друзей, словно каких-то насекомых. Ни за что не хочу такого забывать. Сколь бы мучительно ни была смерть, я должна выжечь лицо Такана у себя в мозгу. Ханю, я не могу.
たとえ引き継げなくてもいい。がむしゃらに生きていく。6月の狭い日々にしか生きられなくなり、最後には綿流しの日にしか生きていられない存在になってもいい。それが私の生なら、精一杯生きて、きっと自分の人生を切り開く。僕も忘れません。きっと覚えてて、もしリカが忘れていたらきっと僕が教えますから。羽生、あなたはやっぱり冷たい傍観者のふりをしていたのは、悲しさに怯えていたからなんだよね。僕もみんなと楽しく過ごす未来に行きたかったです。Слезы лились из глаз Ханю. Что ж за дуреха? Чтобы избежать горя, ты до сих пор носила личину зрителя и утверждала, что нет у тебя ни надежд, ни мечтаний. И вот, когда я у порога смерти, все одно сметена и страдаешь. Ну как, Ханю, рада, что сейчас вышло по-твоему? Я все же удержалась от колкости. Наконец машина остановилась, и меня вдвоем вытащили наружу. Храм Фуруде. У ящика для пожертвования ждало несколько человек. На камне под ним лежало множество лезвий. Ими взрежут мой живот и заживо вытащат внутренности. И с меня, распоров, сняли все мои вещи. Правда, под кляп с наручниками оставили. Сейчас я не чувствовал стыда, оставшись голой на глазах у целой толпы. Но с одним я не могла примириться, с тем, что доставляю такая на потеху. Не забывай этого унижения и до последнего своего вздоха впитывай душой всю ту боль, что тебя ждет. Я никогда не забуду. Я потеряю память. Я не потеряю памяти и наконец-то раскрытый нашим общим трудом настоящей злодейки. Если забуду, тогда все старались и погибли напрасно. Так что я постараюсь прожить хоть на секунду дольше, принимая мучения. あなたも見ていなさい。そして心に刻んで。僕にはそのくらいの協力しかできないのでしょうか。触ることも喋ることもできない僕にはそんなことしかできないのでしょうか。それで十分よ。あなたが目を背けないでいてくれたなら、私も多分痛みに耐えられると思うから。Все плачущая Ханю кивнула и уселась обок меня, поджав под себя ноги. А потом мы посмотрели вверх, на луну чисто белую, безжалостно равнодушную. И на силуэт безумной убийцы, резко выделяющейся на ее фоне. Ля, покраснела. Помаленьку луна становилась багряной от брызгов. Так холодно, так больно. Меня охватил страх от осознания своей беспомощности перед клинком убийцы, которому я отдалась на растерзание. Но Ханя не покидала меня и тем придавала сил. На удивление без подробностей. Что иногда любит. И не только Ханю, со мной были и остальные. Друзья не отрывали от меня глаз, разделяя со мной смертельную муку и давая силу ее перетерпеть. И боли я не ощущала и не мучилась. Не слышала безумного хохота Такана. Я покидала... Мне интересно, что думают они, типа, я майну? Типа, что за конченая? Почему она наш командир? Я покидала поистине замечательный мир, где все были вместе. Мы не победили судьбу, но я ни о чем не терзаюсь. Конечно, мне жаль. Обиду я чувствую. Я уже ощущала будущее кончиками своих пальцев. Еще бы немного и ухватилась бы всей ладонью. Но... Потому что мы старались изо всех сил, надо собой гордиться. Кейши промолвил. А все равно досадно. Мы бы достигли будущего. Еще бы немного и победили бы судьбу. У нас не вышло не потому, что враг оказался силен, а потому что мы не дотянулись. Но... Все были сердцем единым и боролись. Не, ну понятно, что триллионы, миллиарды, это хорошо, но и чисто эмоционально. Реакция типа от этого не зависит. Ну, то есть внутри себя. Внешне ты можешь даже никак не проявлять. И также брать деньги, но все равно. Боку ва мите имашта. Сэмбу мите имашта но десу. Ия,
足りてなかったんだ。運命を打ち破ろうとする意志が、全員で結束できていたなら、必ず奇跡は起こせたんだ。ха, не услакаешь. そうなんだよ。全員が信じたなら、必ず奇跡が起こせるんだよ。さとこもリカちゃまも、みんなよく頑張りました。ごめんなさいですわ、リカ。あなたが打ち明ける勇気を見せてくれたのに、私はあなたを救えなかったですわ。Вцепившись в мои плечи, Сатока заплакала слезами досады. そうよ。みんなで力を合わせたわ。それでダメなら、仕方のないこと。ありがとう。みんな、本当にありがとう。多分、あまたの世界と同じ死を迎えるのに、こんなにも諦めがつく死は初めて。この死を代償に、私は、本当に大切なことを学んだ。リカちゃん、違うの。奇跡が起こらなかった理由、レナは知ってるよ。сказала Рена мягко, но на ее лице не видно улыбки. ねえ、本当にみんな奇跡を起こそうと信じてた？未来を望むとき、全員が信じてなかったら、奇跡は起こらないんだよ。Эх, Ханю. 何言ってんだよ、レナ。俺たちは結束した。団結した。ルイナ。運命を打ち破れることを疑わなかったぞ。なあ、ミオン。私はザワルドを заюзала бы по-нормальному, чтобы наши двигались, а враги нет, тогда было бы заявись. うん。Вот это же, да? Да, вот здесь у нее пушка есть. Ну, вот другой костюм. Кстати, на этом костюме обычно они переносят. Кстати, у Мион вообще на всех одинаковая шмотка. Но здесь пушку, кстати, не перенесли. Все равно. Видимо, цензура не позволила, не знаю. Сода, Йорена. Дарема умме не катенай нанте омуанакатайо. Рика-чан но коно умме о куцугайштай то ому дарема га 絶対に運命を打ち破れると信じてたよ。そうですわ、リカですら、それを最後の最後に、リカは私たちを信じて、運命を打ち破れると信じましたのよ。もちろん、レナも信じたよ。でも、信じなかった人がいると思うの。誰がです？え、кто же? ねえ、あなた。Рена повернулась к Ханю, находившейся поодаль от всех. あなた、信じてた？ Проклятие, Ханя, все из-за тебя. 運命に打ち勝てるって、信じててくれた？ Призрак не верил, твою мать.触れることができなくても、喋ることができなくても、信じることはできるんだよ。あなたも信じてくれたなら、きっと奇跡が起きた。僕が信じて、何が変わったのでしょうか？僕は何もできない、非力な存在なのです。僕は見ていることしかできない、受け入れることしかできない。そんな僕が、信じるだけで奇跡が起こせたというのですか？ああ、起こせたな。Тема, после момента Хигураши, еще, типа, Рикюши не очень осознал, как он вообще хочет соединять миры, типа, магический и физический.Явно в человеках была большая работа над этим сделана. Очень жесткое и четкое разграничение в определенные моменты. Сказал Кейчи прямо. Не сваливая на нее вину, а словно просто говоря неоспоримую истину. Да, да. А на токи. Кочи ва 6 нин датта. А их было семеро! Проклятие! Мукоу ва 7 нин датта. Я так и знал, что они это скажут.あなたが信じてくれてたら、それだけで心は7つだった。だったなら、
きっと奇跡が起きた。奇跡はね、触れたり喋ったりで起こすんじゃないんだよ。信じる気持ちが起こすんだよ。На Хане начал доходить, что этот печальный итог есть не судьба, но следствие неверия, или, говоря другими словами, слабости духа ее, смирившегося с этим итогом. Она вновь заплакала. Намай мо сиранай аната. Аната ни мо канашими я цураса то татакау юки га хицио датта. Аната мо уммей то татакау юки га хицио датта. Аната га нозонда нара, минна га нозому секай ни китто икета. それがあなただけが信じなかっただけでたどり着けなかったなら、それはあなたの責任なの。Да, это жестко. С трудом верится, насколько холодные слова выходят из уст нашей раны. Уверенно, они ножами впиваются в сердце Ханю. Однако слова те необходимы как Ханю, так и мне. Вера порождает чудо, красивые слова, слышанные от кого-то когда-то. Однако претворить их в жизни легко. Люди сомневаются, не верят, проще ни на что не надеяться. И как тяжело верить, невзирая на все. Вот почему вера творит чудеса. Высший дух не понимает, что за чушь несет. Да ты има. Коште, Лена то аната ва ханаште иру ё. You already dead. あなたと言葉を交わしたのはこれが初めてだけれど、いつもあなたがいるのを知っていた。あなたに言葉をどうすればかけられるか考えていたよ。私たちが楽しく遊んでいる時、あなただけが輪の外から眺めていたことを知っていたんだよ。だって輪の中に入りたくても僕は誰にも見えないし、話しかけられないし、僕を見たらみんな化け物だと言いますです。僕はもう二度と化け物と言われたくないのです。誰が言うよそんなことを。俺たちと一緒にいたなら、俺たちは仲間だ。じゃあ、всех будут показывать, ну да。そうですわよ。仲間のことを化け物呼ばわりなんで失礼しちゃいますわ。あと、для композиции было бы как-то печально。化け物かどうかは容姿じゃなくて心で決まるんだよ。ね、シオン。そういうことです。まあその見地から言えば、私の方がよっぽど化け物ですよ。頭に角が生えていても、僕は化け物とは呼ばれないのでしょうか。ザラガウドブナフワタイ。Ладно, осуждаю. 身体的特徴で化け物なんて誰も呼ばないよ。むしろキュートなくらいだよ。レナに気をつけろ。変に気に入られるとお持ち帰りされるぞ。Я вдруг поняла, что стою вместе со всеми над своим собственным телом. Понятно. Вот и померла, значит. Ну, померла так померла. Под ногами лежала я вся в крови. По-прежнему раздражала, что Такана мною забавляется как игрушкой. Однако теперь это было... Все на все пустая скорлупа. Дайджобу ка, Рика чан? Ми, синда хито ни дайджобу ка то ва хенна ханаши нано десу. Все неловко усмехнулись. Впервые я принимала смерть с такой охотой. Все уже умерли, вот почему я была счастлива присоединиться к своим друзьям. Тут мрак начал укрывать все, а сцена моего потрошения уходить все ниже, вдаль от меня. Я поняла, что исчезаю, становлюсь ничем. Все, за что еще держалась моя душа, чувство дружеских рук на ладони. Мина. Сода, не. Ико, ико. Аната мо. Мина тою котоба не вкумарете рунда йо. Хора. Ицма демо найте найде. Ико. А, лол, теперь у нас Ханю тут главное вообще. Ничего уже не видно, и все же глаза как-то увидели. Вроде бы Рена протянула руку Ханю, и та робко протянула навстречу свою. Ханю, аната га ваташи то деяу май ни донна канаши и кото га атта ка сиранай кередо.
みんなは絶対にあなたを受け入れてくれるわ。僕がいても楽しいでしょうか。僕はみんなに受け入れてもらえるのでしょうか。うん、だからおいで。Ладонь Рены коснулась ладони Ханю. Как и ладони всех остальных, так мне почудилось в неприглядной тьме. Если ладони у них, конечно, еще оставались. Пойдем, Ханю, пойдем. Примем же печаль, чтобы вместе испытать радость. Давай верить в то будущее, которое мы хотим. Тогда чудо получится. Мы достигнем его, хорошо? Ага, расслышала я, как согласилась Ханю. Ну, предпосылками, наверное, да, но как это работает, все еще не очень ясно. Это типа конец или игра зависла, я просто понять не могу. У меня нет никаких ошибок, ничего такого, просто все, белый экран. Мышка вот. Типа это финальная сцена или еще что-то должно быть? Никто не помнит. Через процессы проверь. Ну, вроде работает. Что за эпилог? Бро, перезапускать игру, что ли? Ну, ладно, перезапущу. Кошмар какой. Ну, быстро, конечно, будет. Единственное, я реально удивлен. Ну, типа, мне это не надо было, просто Рюкши иногда любят описывать всякие стрёмные штуки. Я тут не стал описывать, как там реку режут, сосредоточился на, типа, болтовне с друзьяшками. Ну, в принципе, нормально. Сама болтовня, в принципе, нормальная, просто, опять же, элемент Ханю все еще не очень ясен. Почти дошли. Сода, она, ора. И цума де мон, она, мин. А, фу-бок. Да, кара. Ойде. Не, нихера. Все, это конец. Что за эпилог? Может быть, он не важный? Просто уже восьмую часть начинать будем, и все.
Хера себе, там еще час контента. Судя по Ютубу. Там сначала дневничок, а потом реально еще большая сцена. Охренеть. Ну да, надо будет другую версию, видимо, запустить. Мы все еще не закончили 7-й чаптер по итогу. Жесть. No way. Ну ладно. Посмотрю, что можно сделать с этим безобразием. Но уже не сегодня. Ну, получается, да, грубо говоря, почти закончили. По крайней мере, часть с Рикой связанную. Осталось реально до доп-контента только дойти уже. Ну, опять же, да, побегушки, конечно, местами странные, все-таки странные. Не то чтобы плохие, прям, но... Опять же, из-за того, что они пока еще ни на что не влияют. Посмотрим, насколько будут они сумасшедшими в финале 8-го эпизода. Потому что, по-моему, по воспоминаниям в аниме, конечно, было очень, очень, очень... Такс, конец записи.